Долгожданный ремонт Южного шоссе завершен на 95%. Общая площадь участка, на которой нанесли новое асфальтовое покрытие, от Южного моста до кольцевой развязки улицы Уральской составила около 90 тысяч квадратных метров. Укладка асфальта проводится во всю ширину дороги. Чтобы не создавать неудобств для водителей личного и общественного транспорта, ремонт проводят ночью. На данном участке укладки используются два асфальтоукладчика, комплекс катков из 4 штук и порядка 20 автомобилей самозвалов. Перед укладкой дорожное полотно отфрезеровали, очистили от пыли и залили битумной эмульсией. За ночную смену две бригады по 6 человек уложили порядка 5000 квадратных метров дорожного полотна с использованием ЩМА-16. Это новая асфальтобетонная смесь, предназначена для больших нагрузок. Трафик на Южном шоссе интенсивный. По состоянию на сегодняшний день осталось выполнить работ примерно на 1000 метров квадратных. Это непосредственно въезды и примыкания уже к основному ходу Южного шоссе. Подрядчик понимает всю значимость данного объекта и старается выполнить ее намного быстрее. После завершения работ на Южном шоссе установят межполосное ограждение, которое снизит вероятность возникновения ДТП. Этот участок дороги ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ольга Хамракулова, Никита Колосов, Николай Епифанов, Константин Головин. События.